Мы живем нормально. Ага. Ждали, что русские нас резать будут, они нас кормят. А думали, что резать будут. Нам так говорили, что русские будут горло нам резать. А кто говорил-то? Когда уходили, кричали мегафоны. Уходите, через 40 минут Малиновку смешают с землей. Придут русские, будут нас убивать. Думали, что звери сюда идут. Все боялись, правда? И боятся сейчас сказать. А мы не боимся, что я 72 года прожила. Мне уже бояться нечего. А мы его пьем с одних чашек и тарелок. Делимся они с нами, а мы с ними. Вот. Так что... Слава Богу. Да. Пенсию дают. Получаем. Перерасчет сделают, буду хорошую пенсию получать. У меня 40 лет стажа. Так что я думаю, что обеспечены будем. 10. А сейчас помогают. Вот гуманитарка, батюшка привозы. Каждый месяц нам дают. Спасибо, Господи. Все боятся сказать.